Тиксус. Как видите, зря вы сомневались в наших новых союзниках, святой отец. Да, это Тиксус. Но я по-прежнему считаю, что ты, Дерек, слишком доверяешь эльфийке. Как бы ни было, мы на месте. Какие предложения? Мы просто приходим, и нам дают меч Маркуса? Предоставь это мне, Альфред. Орден рыцарей Тиксуса не подчиняется Святому Престолу, но у меня самого есть некоторое влияние в церковных кругах. Не может быть! На нас напали рыцари Ордена! Похоже, господин Инквизитор, о твоей репутации тут ничего не знают. Самое время укрепить ее! К бою! Слава Маркусу, мы успели. Великий Инквизитор, я и мои братья не позволим свершиться темному делу. Глава Ордена забыл об истинном предназначении нашего братства. Он погряз в грехе. Многие добрые рыцари заблуждаются, служа ему. Вместе мы сможем взять замок Тиксус. Мы вернем наш Орден к свету.
Thank you.
Thank you.
Что ты делаешь? Ты привел этих еретиков к сердцу Ордена! Они хотят забрать меч! Меч Маркуса! Только я, магистр, могу владеть им! Как ты смеешь оскорблять святыню? Никто из нас не достоин владеть мечом. Мы лишь хранители. Ты знаешь слова пророчества. Ты глупец! Пророчество! Пророчество – бред сумасшедшего! Братья, вы видите, как ересь и излишнее доверие способны сделать верующего слабым. Ваш брат пал во грехе. Он готов предать святыню в руки первых встречных. Он даже не задумывается, что они появились здесь с помощью магии. Взять еретика и его предателей! Меч Маркуса призван хранить жизнь, и принадлежит он живым. А твоя душа уже сгнила!
Лишь тот, чья душа готова принять смерть за других, может овладеть силой Святого Меча.